Ух ты. Мы были про тебя хорошего мнения. Ладно. Ей всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, Стаканчик, Dark Dragon. Пацаны, скажите крутые слова. Всем привет. Здорово, Яри. Всем привет. Если петь, кушайте, приятного аппетита. А у нас сегодня рубрика «Аниматроники пугают охранника». У нас сегодня садится батарея, Dark Dragon играет за аниматроника, а мы с Серегой должны максимально быть осторожными и затащить. Молодец, молодец. Я подаюсь. Не надо подавать, подавайся, да. Лучше немного, сейчас буду подаваться, а потом буду нормально, как бешено буду бегать туда-сюда. Да? Ты готов нас убивать сегодня? Ты помнишь, я бегаю уже туда-сюда, как бешеный. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И у нас сегодня бешеный аниматроник, который будет пытаться нас убить. Серега, как ты думаешь, мы затащим? Да, должны затащить. Парень. Зная Dark Dragon, он очень слабый игрок в Гарри Своде. Опа, опа, идет. На, по башке нефиг, ибо нефиг стоять. Dark Dragon, сколько у тебя часов наиграно в Гарри Своде? Где-то 300. А, ну все, понятно. Серега, а у тебя сколько? 1000 с чем-то. Стаканчик, а у тебя? У меня 184. Тысячи? Да. Да, миллион. А у меня 4000 с марионеткой. Блин, а ты как-то быстро пришел, вам не кажется? Да. Ну ты молодец. Я запомнил твой скример. Так. Я в Диме застрял. To be continued, пацаны. Продолжение следует. Да. Так, батарея еще у нас не садится. И это я очень хорошо. Слышу. Я тоже его слышу. Серега, у тебя очень хороший слух. Он справа. Это далеко бегает. Так, давайте камеры поклацаем. Они еще клацались. Так. Серега, ну что там, не видать его, че не видать? Не, пока не видно. Не видать. Прячется. Сыкун вонючий. Почему сразу сыкун? А кто ты? Сыклиха. Мы к тебе со всей душой. А ты сыклиха. Я вижу, вы с двух сторон стоите до дверей и смотрите. Ну естественно, да. Ну конечно. А ты что, поумнел уже, да, я вижу? Да. Поймите. Серега, ты как это сделал, молодец? Не знаю. Магия. Так, 2 часа ночи уже. Я понял, значит этот медлен. Так, что так с опозданием? Да ты! Да есть, да давайте поклацаем. Камера как-то здесь странно работает очень. Вот он за стеклом. Уже убежал. Так. Фиг тебе. Не успел, козявка мелкая. Че, Серега, ты пытаешься его убить? Балун бой пришел. Он на правую сторону бежит, Серега, закрывай. Подожди, не. А я видел, он бежит. Да. О, хитрые какие. Не, я буду чекать слева по камере. Так, Серега бежит! Да, блин, я увидел, как он бежал. Он из комнаты. Слышь, ты, молодец, он, наверное, невидимым, да, превратился? Нет. А что я тебя тоже не видел, я по камере смотрю. Он, короче, из самой ближайшей комнаты слева выбежал резко. Я испугался. Dark Dragon, ты же тоже понимаешь, с тобой играют одни из самых наилучших охранников по Five Nights at Freddy's. Ты, Дима. И Робби, вы лучшие охранники. А стаканчик этот учится только. Он учится. Серега, ну что, его не видать? Не, я вообще его не вижу. Он а я вижу, я вижу. Со стороны стаканчика будет идти. Ну да. Потому что он такой. Ля крыса. Да, Серега, молодец, молодец. Так, смотрите, вот у нас будет камера здесь стоять. Я именно искал эту камеру, чтобы было видно, как он передвигается и кого он берет. Так, этот рахит стоит просто. Где выбирает аниматроника. Выбирает. Марионетка! Закрывай!
Молодец, дверь убил. Блин, вот это было, кстати, прикольно. Здравствуйте, дай пройти. Так, Серега, будь внимателен. Да. Так, я вижу, вот он. Так. Он стоит за марионетку. Или не стоит. Прикинь, рэгдол поставил, а сам бегает. Да не, он не настолько умный. Да? Вот двери закрыты, я вижу. Ну, ты смотришь, значит, у тебя есть глаза. Да, я смотрю. Вполне возможно. 4 часа. Отлично. Это означает, ребята, что мы затащим это серии. Он, короче, опять в ту комнату забежал и выбежал. Он думал нас забрать по хитрости, а вот и нет. Хотя как мы можем затащить, если он нас убивал за маринетку и опять убил? Да нет, слышишь, ты вот это прекращай ерундой заниматься. Я не успел, я закрыл только, и он забежал. Говно мелкое. Худое. Вот, давайте вам сделаем такого. Так, будьте внимательны. Она не издает звуки. Так, я смотрю правую камеру, как Серега стоит. Говно. Кого он взял? Он эту мангал кошмарную. Он слева стоит за окном. Убежал. Так, он с левой стороны. Он что ли опять в ту комнату зашел? Не знаю. Так, правую сторону чекаю. Что-то ему левая сторона больше нравится. Так, чекаем, ребята. Есть! Блин, да нет, ну что ж ты. Ух ты. Мы были про тебя хорошего мнения. Ладно. Дим, а давай как он так... мочить уже. А как он так быстро прибежал, что мы не заметили его? А он невидимость подрубил, какашку. Давай пригвождателем его мочить. Давайте, наверное, Серега. У тебя будет пригвождатель, а у меня будет миниган. А я с монтировкой буду. Не, он тебя убьет. Лучше знаешь, что его возьми? Что? Возьми маньяка с ножичком, невидимку. О, точно. И мы, короче, у нас сейчас будет троица. Один, короче, его пригвождает, один наносит дамаг, а, блин, четвертый нас убивает. Ну, блин, Удар Драгон, ты поломал нам все планы. Хорошо. Стреляй в пустоту. Пригвоздил? Да. А теперь моя очередь над ним издеваться. Давай. А, Серега, ну это больно. Обстоятельства, ребят. Хорошо, Серега, я тогда беру секретное оружие. А, он все убили. Все, убил его. Блин, пацаны, извините, если уже кинул гранату. Спасибо. Серега, ну надо смотреть глазами. Ну я слепой, ты что? Дим, он сзади. Короче, Дар Драгон, иди, уходи. Короче, сейчас будет решающая стычка. Кто же выиграет, аниматроники или охранники? Кто побеждает, тот самый лучший в этой серии. Серега, закрывай двери. Давай, какой составляем план действий? Что мы сейчас делаем? Бабах? Нет, давайте без так бабах. Не, мы должны остаться живые. Если мы умрем, мы тоже умрем. А. Победит ничья. Даже если выиграет кто-то один из нас, то мы все равно победим. Да. Ах, вы хитрые, двери все закрыли. Стой, мы еще не начали матч. Давайте, пацаны. Выходите. Серега, давай, я в тебя верю. Я успел. Так что, получается, по правилам, которые я сам придумал, мы выиграли. Это было красиво. Ты не злись. Ну, согласитесь, но проиграл. Ладно, никак не успокоиться, видите? Выиграл дружба. Ну, проиграл, ну, по-честному же, ну, я проиграл. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну, а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики.
Еще.